Сегодня же глава Чувашии встретился с сити-менеджером Новочебоксарска Игорем Калиниченко. Михаил Игнатьев пожелал новому главе администрации Новочебоксарска плодотворной работы. Первостепенная задача сити-менеджера – наладить обратную связь с населением, оперативно реагировать на предложения горожан и выстраивать стратегию развития. Глава Чувашии отметил, что за последние годы в муниципалитет направлены немалые средства. Были благоустроены дворы, отремонтированы дороги. Мы в своих приоритетах нашей совместной деятельности с депутатами городского собрания, с администрацией города Новочебоксарска поставляли. Мы не можем останавливаться на достигнутом, потому что требования горожан выросли, они, соответственно, они тоже требуют, тем более город молодой по сравнению с другими городами. Обстановку с точки зрения инженерии я очень хорошо знаю. Вот. Понятно, что делать и с дорогами, и с жилищным комплексом. Мы в свое время разрулили ситуацию, слава богу, с Навыком.